посланник Бога. Христианская притча. Шел по улице человек и увидел замученного и изголодавшегося ребенка. Его щеки впали, а вместо одежды были лохмотья. А ребенок очень хотел кушать и дрожал от холода. Человек расстроился и обратился к Богу. «Почему ты позволяешь это? Почему ты ничего не предпринимаешь?» В ответ он неожиданно услышал любящий, но строгий голос: «Я послал тебя». Каждый из нас послан на эту землю для чего-то, для кого-то, чтобы помочь кому-то в трудную минуту. А с вами был Сергей. Всем отличного настроения и замечательных выходных!